Кто-нибудь есть в ночь с пятницы на субботу в эфире, мне интересно. Дома. Я дома. Здрасте. Улыбаюсь. I wish you also wanted me as badly as I want you. Окей. Спать иди, Вася. Да, я иду сейчас спать. Я только приехала со съемок. Я вышла из дома в 7 утра. Солнце! Привет, моя родная. Скучаю по тебе. Вот. Вышла из дома в 7 утра и вот только вернулась буквально со съемок пятницы канала. Безумно устала. Когда будет продолжение рассказа, я не знаю, потому что у меня на это не хватает. Дюссельдорф, привет. Не хватает. Привет, зайка. Сейчас моральных сил. Вот. Солнышко, красавица моя. Снимаешься в кино? Не совсем, но очень интересный проект. Прям безумно интересный. Почему не тусишь? Потому что я заебалась. Честно скажу. Что там пятница опять снимает? Вы это увидите в сентябре. В конце сентября, в октябре. Будет очень круто. Да, вы меня, пожалуйста, простите. Я обязательно все напишу. Вот. Напишу в скором времени, потому что... Короче, когда я пишу, я гружусь очень сильно. И обратно возвращаюсь в то, что я переживала. Вот. Поэтому welcome to Portugal. Окей, thank you very much. Привет, с кем ты в отношениях? Я ни с кем не в отношениях. Вот. Почему Бузову красную веревочку с левой руки сняла? Она порвалась. Что с голосом? Ты же с Андреем гулять. Нет, я никуда не пошла. Я пришла домой спать. И вышла к вам для того, чтобы пожелать всем. О, ресницы красивые, да? Спасибо большое. Как ты относишься к тому, что на Доме 2 занимается сексом, это попадает в интернет? А это что, попадает в интернет? Ну, на самом деле, я увидела видео Мэри и Саймона в туалете, ну, где там вот у них... как бы была прелюдия к сексу. И мне кажется, что это, конечно, перебор. Не в плане того, что у них это было перебор, а в плане того, что все-таки должна быть какая-то цензура, потому что это вредит для дальнейшей жизни. Вот. Ну, а так, в принципе, секс — это нормально. Вот. Нормально, что он есть, он у всех есть. Поэтому что скрывать? Что будешь делать завтра? Тоже хочу поступать в консерваторию. Есть ли кем работать? Чё, кем работать после диплома? Тебе лучше без макияжа. Спасибо большое. Секс, прямой эфир. А, блин, где это? Я просто не видела. В прямом эфире Дом 2 у них бардак. Камера, блин, короче, там проблемы. Короче. Завтра, я расскажу, что завтра. Завтра у меня подъем ранний, потом у меня съемка. А с 5 вечера до 3 часов ночи у меня съемки на пятницу. И послезавтра у меня встреча с солнышком у нее будет. Потом у меня съемки для журнала, для обложки. Вот, и дальше отдыхать. Я никуда не хожу тусить уже давно. А если кем работать после консерватории, я думаю, что стоит отучиться в консерватории, потому что если это твое, то ты без этого не сможешь. То есть ты задаешь такой вопрос, как бы поступать ли тебе, значит, у тебя уже есть мысли, что ты без этого можешь жить. Когда я поступала в консерваторию, у меня не стоял этот вопрос, потому что я понимала, что я не могу жить без... музыки. Для меня музыка — это вся моя жизнь была. Жду тебя в воскресенье
Знаю, в джакузи. Мы придем обязательно. Приходите, у нас с солнышком встреча в воскресенье. Все приходите, мои дорогие. Вы спрашивали, где можем увидеться. Вот мы можем увидеться там. В сторис у меня более подробная информация, а также у солнышки. Вы помните ее? Я ее очень люблю. Мы с ней подружились. Было ли мне страшно идти к Амине? Нет, мне не было страшно, потому что я к ней уже прихожу второй раз. И она, кстати, такая позитивная и говорит все по делу, в общем-то. Целую тебя, моя дорогая. Ефременко с кучером помирились. Мы сегодня с ней были на фотосессии. Вот, и она сказала, что у них просто дружба, и о примирении речи быть не может. You look so sexy. Thank you very much. Хотя мне по видео показалось, что они помирились. Сказала, что мы дружим. Ты кем-то работаешь, или диплом о высшем тебе не пригодился? Ну, начнем с того, что у меня... О, Машулька хорошая девчонка, обнять тебя и защищать. Ну, мне кажется... Некому это сделать. Спасибо, солнышко. Мама уже спит? Да, мама с Вовой уже спят. У меня два высших образования. Второе из них — это консерватория московская и аспирантура. Вот. Я работала концертмейстером в камерном оркестре. Я выступала с квартетом со своим. Я преподавала в частной школе у своего брата. Я выступала с сольными концертами по всей России и не только, как солистка. Поэтому, конечно, пригодился. И вообще, из-за того, что я владею скрипкой, я смогла пойти на Дом-2 и не думать о том, что для меня это единственное место, с помощью которого я могу выжить. Потому что я всегда знала, что у меня есть скрипка. Помогает глаза красивые. Ой, спасибо. Мне, кстати, сказали все... что у меня стали глаза больше визуально. Не знаю почему. Может быть, потому что... И все говорят, что у меня... Ты говоришь, что со щеками делала? Я ничего не делала, вот. Ну, как бы... Мои щеки. Я ничего в них не вкалывала, ну, не уменьшала. Мэри, я не знаю, где, потому что я сегодня пришла домой, мне тошнит. Не тяжело с ресницами спать? Нет. Вот. Они очень легенькие, Мила делает очень круто их. И они стоят наверх, потому что новая технология. С Андреем посмотрите, будет реалити-шоу наше с нашим участием про бывших. Это будет настолько жестко, ну, что вы понимали даже для меня, насколько не было жестко за мой год пребывания на проекте Дом-2. Я должна была сегодня пойти, но... Я поняла, что у нас масса недоговоренностей и чувства. Ладно, не хочу ничего говорить. Маш, ты лучше. Спасибо большое, мои родные. Мне безумно приятно это слышать. Покажи, пожалуйста, еще раз вблизи ресницы. Вот. Видно? Вот сбоку. А что в понедельник будет? Ты сейчас одинока? Да, я одинока. Я вам никогда не вру, я все говорю как есть. Ухаживание, это 3D? Да, это 2 и 3D. Ногти нарастила, тебе очень идет. Спасибо большое. Мне, кстати, все говорят, вот, что мне очень идут ноготочки, но скоро я их сниму, потому что у нас будет солнцем концерт. Что Гриценко с Бузов? Гриценко сейчас на острове. Вот, поэтому ничего. Привет с Полтавы, Украина. Саймон вернулся на проект, слухи дошли. Да, он возвращается. 26-го, по-моему, да. Объем 3D. Спасибо, что ответила. Ты пупсик. Я всем отвечаю. Именно целовать именно те губы, смотреть именно тебе в глаза, обнимать именно того человека, которому потянулась твоя душа. Ну, конечно. Я никогда не смогу спать и быть с человеком, если у меня не тянется душа. Потому что я считаю, что нет ничего дороже времени и жизни
Деньги — это приходящее и уходящее, а быть только можно с тем человеком, которого ты любишь искренне. Спасибо большое за то, что вы мне делаете комплименты. Мне безумно приятно. Вот. Еще вы смотрите огромное количество людей, мои сторис. Мне это тоже очень важно. Маруся, привет. Восхищаюсь, насколько ты сильно удивительна. Восхищаюсь просто тобой. Ты очень хороший человек. Всех благ тебе и твоей мамочке. Спасибо большое. Когда опять в Испанию? Я планировала в Испанию... Я просто читаю сообщение и висну. Короче, я планировала в Испанию приехать вот в эти дни, но из-за того, что очень интересная съемка на канале «Пятница», и не только, у меня не получилось, но это ничего страшного, я обязательно приеду. У тебя есть мужчина? Нет у меня мужчины. У меня есть мама. Мама и Вовочка. Уже 5 месяцев игноришь. Кого? Когда устаешь разочаровывать человека, становится все равно, с кем он и что он о тебе думает. Это и есть конец. Да, это так. Ты была замужем? Была замужем. Как я решилась на приход в Дом-2? Я скажу так. Я закончила аспирантуру, и мне предложили в постграджуэйтед, это после аспирантуры, поступать в Брюссель, в Королевскую академию. Но я подумала, что если я пойду туда учиться, то я совсем тронусь умом. Из-за того, что скрипка, это предполагает где-то 15-20 часов в день занятий. Сидеть одной в комнате. И вы понимаете, да, как ты вообще погружаешься в потусторонний мир и плывешь умом. Поэтому я решила пойти на Дом-2. Жаль, что ушла с проекта. Ребят, вот вы понимаете, как быть, если муж оскорбляет, принижает и мало зарабатывает? Но, наверное, он оскорбляет и принижает, потому что он мало зарабатывает и чувствует себя неуверенным в этой жизни. Вот. А так... Я считаю, что если тебе в отношениях плохо, вот мой как бы совет уже исходя из опыта, да, то нужно уходить из отношений, потому что жизнь одна. И самое страшное в конце понять, что ты прожила ее не с тем человеком, или что ты хотела с кем-то быть, а не была из-за страха остаться одной. То есть ты была с человеком, который тебя унижает, оскорбляет только потому, что ты боялась остаться одна. А если бы ты не побоялась сделать этот шаг в никуда и стать самостоятельной, в этот момент у тебя бы открылись новые пути 200%. Или даже тот человек, от которого ты ушла и который тебя оскорблял, он бы, может быть, на тебя посмотрел по-другому, поняв, что ты можешь уйти от него. Как выглядит эффект с маленьким ростом? Открою тайну. Эффектно выглядеть можно... с любым ростом, с любой внешностью. Потому что самое главное – это чувствовать себя уверенной. Кстати, об этом будет мой следующий блог на Доме-2. Вы понимаете, самое главное – чувствовать себя внутри уверенно, чувствовать себя звездой, внушать себе, что ты лучшая. И все. У меня, как бы, я всегда считала, что я страшная, но потом в один момент я решила, что я красавица, что я умница, и так и стала. Вот, правильно говоришь. Не, ну это так и есть. Захар вернулся на проект, и Никита Шалюков. Или по-настоящему строят отношения. На Доме-2 я не хочу красить волосы, мне нравится свой цвет. На Доме-2 все по-настоящему. Вот, сценария никакого нет, но люди могут сами себе придумывать как бы сценарий или что-то делать для того, чтобы их обсуждали. Я считаю, что Ебаров – это игрок стопроцентный. И все, что он делает только для того, чтобы быть на проекте. Вот и все. Маруся, хорошо зарабатывай, просто супер, дети есть у тебя. Зарабатываю хорошо, да. Детей у меня нет, к сожалению. Вот. Но я думаю, что если мне будет суждено, то я рожу всему свое время. А не смогу родить, возьму из детдома.
Привет, все волосы нарощенные? Нарощенные. Обожаю тебя слушать. Спасибо большое. Мне безмерно приятно, что вы мне так говорите. Мне очень приятно, что вы мне говорите про мою фигуру. Вот. Маш, как простить измену? Я хочу сказать так. Если ты любишь человека, то ты... Если ты любишь человека, то... Мамуль, ты хочешь что-то сказать? Говори. Говори. Если ты любишь человека, то ты просто... Нет, как простить измену? Вот сейчас я просто... Извините, я отвлеклась на маму, она подошла. Если ты не можешь без человека, то ты просто примешь измену и останешься с ним. Если ты реально не можешь, да? Вот. А если ты морально тебя это подкашивает... то тогда ты как бы не прощаешь измену. Ты до тех пор терпишь человека и его гадкие поступки, пока у тебя не внутри не наступает дедлайн. Когда дедлайн наступает, ты говоришь всего доброго. Но нужно уходить тогда, когда ты, находясь с человеком, понимаешь, что ты переболел. То есть если тебе, знаешь, сообщают, или ты узнаешь об измене, когда ты безумно любишь, и ты уходишь, это страшно, как бы, вот. А если ты остаешься с ним и внушаешь себе, что ты в нем разочаровываешься и смотришь на него, и при этом себе это внушаешь, тогда ты можешь от него уже уйти спокойно. Вот. У тебя рост какой? У меня 1,69 м, 1,70 м где-то. Любой рост нормальный. 1,66 м меня спросили, это нормальный рост? Да у тебя шикарный рост. Все шикарно. 1,67 м это немного, это круто. Вот. Машунь, панические атаки, невроз происходит. Можно от этого избавиться? Конечно. Это все выдумка. Вот. И нужно просто это понять и не бояться этого. Вот. Нужно заниматься аутогенными тренировками обязательно. Это самовнушение. И все будет прекрасно. И заниматься постоянно чем-то новым. Не сидеть на месте. Если ты сидишь дома и думаешь только об этом, у тебя все усиливается стократно. А если ты постоянно развиваешься, то у тебя все проходит. Панические атаки, невроз происходит от ненасыщенной жизни. Или от жизни, которую ты проживаешь, но она не твоя. То есть если ты живешь с человеком, которого ты не любишь, у тебя начнется невроз и панические атаки. И ты тем самым уйдешь в болезнь и останешься с ним жить, только чтобы не переживать того, что ты живешь не с тем человеком. Вот как бы ты работаешь на работе, которая тебе не нравится, у тебя начинается невроз. И ты думаешь о неврозе, а не о том, что ты не на той работе, просто потому что ты боялась что-то поменять в жизни. Кто меня оскорбляет? Я ничего не читала. Я о своем говорила. Мария, как похудеть? Главное – это правильное питание и... заниматься постоянно спортом. Я предлагаю заниматься кардиотренировками. Как поднять своих детей без мужа? Работать? Не знаю. Я расскажу про питание. Вот. Зачем врешь, что не мама была любовник? Спасибо, что вы так думаете про меня, что у меня любовник. Вот, Мария, как похудеть? Рассказываю. Пусть меня оскорбляют, мне все равно. Короче, вы с мамой очень лучезарные, спасибо большое. Нельзя... Что я ем? Я ем морепродукты, сырую рыбу тартары из тунца и лосося. Я ем лосось на пару, дорадо на пару. Сибас на пару. Зеленые овощи. Я не ем сладкое, мучное, соленое, жирное, жареное. Алкоголь. Из алкоголя можно только бокал сухого красного вина раз в неделю. Все. Если вы будете так питаться постоянно и раз в неделю себе устраивать читмил и есть, что вы хотите, у вас будет стабильно уходить вес. И заниматься обязательно физическими нагрузками. На эллипсисе час в день хотя бы. Приезжай в Тобольск. Хорошо, спасибо большое. Мне безумно приятно, что вы меня приглашаете. Я обязательно приеду. Маша, как же ты права? Люблю таких людей. Спасибо большое. Привет. Чего ты? Что ты? Маша, ты умница.
Что мне не про... Что ты говоришь, я не про что мне сказали. Нет большого ума, не говорят оскорбления. Напиши, пожалуйста, в следующий раз про невроз. Почему ты развелась с первым мужем? А сейчас твой вес какой? Так, вес у меня сейчас 51 килограмм. Машустик, привет. С мужем, потому что я поняла, что больше нечего сохранять. Юля с Сережей не вместе. Они просто дружат. Сегодня она мне это сказала, мы с ней были на фотосессии на совместные. Что еще? Вроде это все вопросы, да? Приезжай на Алтай. Ой, у вас мед очень вкусный. Что реально в Тобольск приедешь? Только не плачь. От чего мне плакать? Как ты справилась с тревогой? С тревогой я справилась. Тревожность. Нужно понять, что тревожное состояние — это норма. Поскольку мы живые люди, пульс, повышение давления, невроз, панические атаки — это все норма. То есть мы живые, и когда у нас поднимается адреналин, то, естественно, выброс адреналина выражается в тревоге. Вот. У тебя был один брак, да. Хриплю, потому что сегодня было очень много съемок, и я на пятнице много говорила очень в микрофон, поэтому осипла. Напиши про невроз. Обязательно. Простите, просто мне тяжело писать из-за того, что я устаю и погружаюсь в это. И после того, что в это погружаюсь, мне нужно время, чтобы отойти, потому что я начинаю все заново переживать. Привет, 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 мои родные. Примерный рацион. Машина есть, Lexus. Я могу так сказать. Утро – это пачка творога обезжиренного с клубникой и сахаром фит-парад. Днем я могу съесть салат, как сегодня, из камчатского краба, огурцов и авокадо без заправки. Вечером я пришла и ничего не ела, только выпила воду. Все. Спасибо большое. И выпила кофе сегодня два раза. Маму я не могу показать, она в другой комнате, она пошла спать. Она мне сказала всего доброго. Давайте, ложитесь спать. Как я отношусь к бизнесу НЛ? Никак. Я не ем супы вообще. Я пью на ночь иногда. Каюсь. Да нормил снотворное. Потому что я после того, что я пишу, не могу спать. Спасибо вам большое, мои родные, мне безумно приятно. Как надо убрать живот? Векуша, Антошенька, радость ты моя, красавец ты мой. Я тебя люблю очень. Я очень жалею, что ты сегодня не пришел на наикрутейшую фотосессию, на которую ты меня позвал. Векуша, вы все знаете, это редактор журнала «Дома-2», который ведет прямые эфиры. И он офигенный. И у нас с ним потрясающие отношения. Вот, Антошенька. Я тебя целую, родной мой. Сколько, Машуль, ты хоть раз задумалась, скольким ты помогла своим советом? Слушай, дай бог, если я кому-то помогла, я рада, потому что для меня написать мою историю – это целый ад. Честно скажу. Во-первых, для меня, знаете, как бы, одно дело, когда тебя видит инстателочка, а другое, когда ты раскрываешь свою душу, и тебе кажется, что ты вообще голая перед всеми. И очень это страшно. Вот. Про отца задавали вопросы, типа, ты наврала, что он ушел из семьи. Я просто сказала то, что он не выдержал, когда я болела. Мы не знали с мамой об этом. Он завел в этот момент женщину. А бросил он ее, когда я была на проекте, потому что мама не уехала. Она, когда я была на проекте, оставалась в Москве, чтобы быть рядом со мной, потому что она боялась за мое здоровье. А я в этот момент, когда была на проекте, во-первых, выходила из анорексии и заболела булимией. У меня был жариковый эфир, не мог бы на съемке. Я видела. Антош, это бомба.
честно посмотрела эфир только из-за тебя с Жариковой, вот, потому что я хотела посмотреть, и как ты вел, и соскучилась по тебе. Но получилось интересно, честно тебе скажу, как обычно. У тебя не может быть неинтересно, Антош. Мамочка тебе из другой комнаты огромный привет передает, и тебя любит Бекушев, мой родной. Антошенька вышел, мам! Антоша, привет. Я не могу выйти. Слышишь, Антон, мама тебе привет огромный передает. Я уже сплю, но специально вот стала сказать, что привет, Антоша, большой. Антошенька, тебе привет от мамы. Мы тебя очень-очень-очень любим. Да, я не хочу говорить о плохом, потому что мне да, сразу плохо. Маш, ты не это, и вопросы не перечитывай, а прям сразу отвечай на них. А то ты их повторяешь, там же они все... А, да, я просто читаю вопросы, чтобы знать, на что отвечать. А нет, вот ты отвечаешь. Да, мама проснула. Нет, она... Мама, что-то... А где ты была, скажи мне, все это время? Я спала уже, не услышала, ты про... Сейчас я покажу, вот она. Маш. Покажись, помаши рукой. А то думают, что у меня любовник там. Наивные такие, понимаешь, думают, что у меня любовник. Ну, это было бы неплохо, конечно, чтобы у тебя было. Ну все, целую. Всех целую. Всем Антону целую. Помаши. Антоша, целую. Ой, да. Мне нравится то, что Антон никогда не боится сказать всем, как есть все. Вот и все. И говорит, как есть. Ты там такой-то, ты такой-то. Пофиг вообще. Я его люблю. Он такой, как я. Вот. Машуль, сколько носик вышел? Маша, ответь, пожалуйста, про Бузову и Грица. А что про них ответить? Все. Женщина может проявлять инициативу первой? Может, и даже нужно. Как бы спокойно, конечно. Сейчас такие времена, когда если тебе кто-то нравится, лучше... Знаешь, лучше, как вот я всегда... Я для себя решила, что лучше в крайнем случае переспать, чем не переспать. Но не в плане того, а знаешь... Вот если ты любишь, да, и боишься, и думаешь, а что после этого? Да лучше попробовать и, например, понять, что, блин, да он вообще никакой в сексе, например, или еще что-нибудь, чем всю жизнь жалеть. Вот. Спокойно напиши, вот, и спокойно прими, если он не ответит, и ответит. Это вообще, главное, это как ты себя ощущаешь. Если ты пишешь с посылом, что тебе пишет королева, он так и будет воспринимать. А если ты пишешь и думаешь, блин, я пишу первое. Какой позор. Этого не должно быть. Он так и будет думать, что ой, она написала первое. Да не нафиг мне такая. Короче, пиши все, что хочешь. И считай, что пишет ему звезда. Как попасть на Дом 2? Прийти на Самору Машелло и попасть. Вот. После развода стоит пробовать еще раз или нет? Пробовать? Конечно, стоит. Стоит все, пока мы живы. Сколько бы лет не было, пробовать. Вон, маме моей сколько? 67. К ней подходят знакомиться. И все, шикарно. Главное, это настрой. Позитив. Все вперед. Это говорю вам я. Кто тебе нравится на проекте? Мне нравится Купин очень. Ну, просто как нравится. Вот. А кому я пошла бы? Да никому бы я на проекте не пошла. Я считаю, что оттуда выйти с мужем нереально. Ну, вот, нет таких там мужчин, ну, мало таких мужчин, которые бы потом вышли и были бы с тобой. Вот я Андрюхе поверила. И толку-то чё? Толку-то чё? Поверила я, вышла. Блин, у меня такой целлюлит на ногах, я сейчас сдохну. Мам! Мама говорит, что меня спрашивают про дизайн человека. И что это такое вообще не понятно, короче, пофиг. Рапы и Дима отжигают там. Да мне их жалко. Честно, на них весь коллектив набросился, а я же знаю, как там все происходит. Блин. Поэтому мне, честно, Олю с Димой жалко. Маш целит, даже худышки есть. Да-да, у меня ноги-то сами по себе не очень толстые. Не, показывать не буду вам. Вот, но целит есть. Пусть мама... Мам, выйди, тебе говорят. Она не хочет, она... Меня обозвал, мам, зачем? Ты что, вообще, что ли? Мама говорит, что ее обозвали, что она как шут, она расстроилась. Мам, ты посмотри, что про меня говорят. С какой целью ты пошла на Дом 2? Я пошла на Дом 2, чтобы выжить.
выжить. И я раньше, знаете, после того, что я развелась с мужем, я считала, что я ничтожная, что я должна... Я боялась с людьми общаться, я боялась выходить из дома. У меня было куча тараканов. А туда я пошла для того, чтобы все это побороть. Занимаюсь спортом, и не будет целлюлита. Нет, блин, я занимаюсь спортом. У меня это после анорексии. Ну, клетки неправильно восстанавливались. Вот, я это уже узнала. Маш, давай о позитиве, давайте. Мамочка, супер! Крепость и опора. Мама, ты слышишь? Спасибо. Спасибо. Да, моя мамочка, это мое все. Чего не читаешь, мы смс читаем. Вот. А после развода с мужем, потом еще встретилась с ним. И как долго. Потом еще встречалась с ним, и как долго. Мы периодически общались, конечно. Вот. Какие волосы вы берете? Славянку. Мне сказали, что у меня славянка. Хотя я в этом не очень разбираюсь. Вот. Дашь номер уже 10 раз сказала. Мариночка. Марина Африкантова. Масечка моя. Цветочек. Я так по тебе соскучилась, Марин. Когда же мы с тобой увидимся? Я безумно скучаю по тебе. Безумно. У нас все с тобой никак не получается встретиться. Видишь, я дома сижу. Потому что мы не можем с тобой пойти покурить кальян и поговорить по душам. Я так поэтому соскучилась по таким разговорам. Как мы с тобой тартар ели, как мы в чайхану хотели, блин, даже не буду говорить, чтобы не плакать. Очень по тебе скучаю, Мариночка. Вот, а вы спрашиваете, общаемся ли мы с Мариной? Конечно, общаемся. Вот. Помирилась с Глистом. Да что вы так про него говорите? Мариночка красотка. Я никому не даю номер. Марин, спасибо, родная. Я только приехала... На пятнице снималась весь вечер и всю неделю буду сниматься. Очень устала, прям с 7 утра сегодня была. Вот. Вчера смотрела, Мариночка, тебя показывали. Кусочек. Такая красавица. Ты самая лучшая дочь у меня. А, чё, мам? Что бы я сделала, если бы меня муж угрожал разводом при каждой ссоре? Да, вы спросили. Ой, что я бы сделала? Я бы сказала ему, что я не боюсь развода. Иди и подавай на него. Мариночка. Мам, тебе от Мариночки привет. От нашей. Марин, скажи вот мне честно. Когда тебя отпустят на не то, что даже на выходной, а хотя бы со мной на 2 часа. Я сама приеду на поляну. Сама приеду туда, сама знаешь, недалеко от этого торговый центр или в Якиторию, куда угодно. Просто посидеть с тобой. И ты не представляешь, как я соскучилась. Я только твои фотки смотрю. Это ненормально. Вот. Я очень хотела с тобой пообщаться. Приходите, у нас будет солнцем встреча в воскресенье утром в 12. Приходите все в джакузи. Вот, у меня это сторис висит на этом, как называется, в сторис в 12, в воскресенье. Мы все там увидимся. Мариночка не курит, не пьет. Вот. Сейчас узнаю. Узнай, пожалуйста, Марин, и напиши мне. У меня съемки будут, а в понедельник...